Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A20s можно включить режим энергосбережения. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт обслуживание устройства, батарея, режим энергосбережения и включаем. Есть такая иконка, значит он включен. Также легко выключаем. И чтобы каждый раз не заходить в настройки, также его можем включать через шторку. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!